всем не дающим женщинам посвящается. Это те, кто не дает. Почему? Это удовольствие дорогое.
поддержку такую легкую. Подвал. Легкий блюз. Блюзец. Ветер ночной, дом закрушат мой и мой, и мне не есть.
сердца пылающего адским огнем.
нас вообще не водка, а одна вода. Самый лучший вариант, всем глаза дали. Пьяну жизнь херово видно, даже лечи жить. Эй, гуляй, мужик, пропивай, что есть. Как ты не пахал, мужик, относился весь. Наши вы шрамили, кому не стой на корню. Так что пей, ты, мужик, пей за всю херню. Всем несчастным и обездоленным России и Украины тоже, вот так. Бомж! Я копаю на помойках, как червя. Все ваши моя на берег косяк. Канализация, моя дверь. Но я сейчас не по-своему поверь. Горел родной мой дом, документы некие, все горело в нем. И теперь я побираю 20 лет. Кому нужен старый, никуда не деть. Я в щек подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я в щек подниму, горький дым затяну, полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Эй, ребята, когда пьете вы вино, мне бутылки вам ставьте заодно. Пожалейте вы несчастного бомжу, я их в сумку аккуратно положу. Отнесу я завтра и приемный бум. Хлеба и сырок, чтобы с голоду не протянуть ни ног. Я в щек подниму, хоть и дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я в щек подниму, хоть и дым затяну, только крою полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота. Больше не шпана, я не сделал ни плохого никому. Так за что меня берете, не пойму. А я бычок подниму, горький дым затяну, накурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я бычок подниму, горький дым затяну, только крою полезу домой. Не жалейте. Вообще, бахнет. Песня называется как коротко и ясно. Дурак. Я чистый эталон, но часто я перею,
пьяный, я дурак. Если бы не была вина, если бы водку не придумал сатана, если бы не водка, я б на нарах не торчал. Ведь когда я выпивший, я полный криминал. Женщин, когда они находятся в положении тещи. Самая лучшая женщина на свете. Всем привет! У меня к ней есть сироп, все больше интерес. Она дрифт ее привез к родителям моим. Было сразу видно, что она по нраву им. И она меня привела к мамочке своей. Там поставила пузырь, насидет мой пей. Напекла в ляпы со смаком, наварила щей. И я понял, что она клевая вообще. Теща моя, ласковая, теща моя, заботливая. Молодая, озорная, ты вторая мать. Чего гостю дядю пожелать? Твой поправи дело, как манера над Москвой. Стала теща, как собака, очень-очень злой. Я забыл бы самогона, позабыл пляны. Теща, говорить, они мне нахер не нужны. Теща, я со всей душою мам залит 100 грамм. А она мне тулю карю, ни фига не дам. Я такую тещу не желаю и врагам. Похудел я за 2 дня на 20 килограмм. Теща моя, злая свинья. Теща моя, коростовая. Горевая, вот такая, хочется плевать. Нахера нужна вторая мать. Ножик на ночку. Тощу я свою натуре вскоре замочу. Полечу, похолочу, порошу, постучу. В общем, я вторую мать малость получу. Эту песню сочинял я ровно 10 лет. Не надеюсь, если я передадут привет. Теща кровь сосет из нас прямо как попер. Я надеюсь, что мне хором подпоет из зал. Но! Злая свинья! Теща моя, коростовая, горевая, вот так.
дорогая, хочется плевать. На фига нужна вторая мать. Еще раз, да! Дорогая бая, вот такая, хочется плевать. На хера нужна вторая мать. Ха! Взял я на халяву. Всем харьковским мотоциклистам, мотоциклистам посвящается. Часть вторая. Самым маленьким посвящается.
милая с кем спала. Того недавно смешным был Гришо. Он один раз кончил и ушел. Страшно видно он, как мужик бревно. Он натер мозоли мне между ног. Я ходить неделю не могла. Он как я жалею, что ему дала. Здравствуй, дедушка Мороз. Борода из воды. Ты подарки нам принес. Здравствуй, дедушка Мороз. Борода из воды. Ты подарки нам принес. Тем, которые живут по деревням, передать от нас привет. Колхозный банк. Я носил парки из кожи, был грязный, как змея.
А теперь про колхоз, часть вторая. Для более таких старших пацанов. Thank you.
А то что-то мы загнали. Про Роскумар. Про часть вторая. Я не алкаш и не пьяница, я вот карину, это не для меня. Я свинит, я не грохнуть нельзя. Хоть и охота, поверьте, друзья, мне остается колоть и курить. Раз уж врачи запретили мне пить, но дорого стоит хороший думан. Мака на шаг, она блеса лукам. Стукнуло, что по безмозглой башке. Пьют, работы дыхают бензин. Или бегут за буклом в магазин. Или мотают БФ на сверло. Из самогонку нет власти на зло. В этом году исполнилось 30 лет. И всем, кому
разве не даже не делает? Постоянно там не говорит. Я рукой нащупал свой карман. Он мне намекнул, что я буду пьян. Говорит мне, деньги держи, братан. Лучше продирай стакан. Вот эти родили меня на свет. Вот эти сыновочки я одет. Вот эти теплом вашим я согрел. Юности привет, вот эти козрелы погну берег, вот эти деньги водка не во вред. Yeah, bro.
Когда ехал я перед Рождеством,
15 верст, а вокруг ведет, только видно хвост моего коня. Махни вороной, нелюбимая, вижу я с тобой. Мой на уголок, ах ты, Боже мой, чуть не пал в сугроб я обрезанка. Лупан мой, и коню кричал, выручай родной. Они чистые, закончали так, что стал креститься я. Пронзил душу страх, на муган пальку, и забрезая, эх, мы пули мне, да серебрян я. Господи, помоги, эх, одолели меня эти враги. Черти, мать и дети! А до хутора рукой подать, мерзким упырям меня не догнать. Вот и дом стоит, придет моя, а в виду спиной круг вокруг дома я. Саня на ворот, я согнал и в раз, все на черный сток дал ему за раз. Ешь ты мой родной, ведь ты спас меня, ах ты вороной, я хвалил коня. Господи, помоги, легко одолели меня эти враги. Николай, войник, защити, ех, доказали, черти, мать и дети. Я не слушаю, ругань матерную, матери с отцом.
встать и послушать рок. Я специально для тебя сектор газа приволок. Вам бы не вылишки, но учти ядрёна медь. На весь хутор под гитару весни матом буду петь. Возле дома твоего, возле дома твоего. Очень маленьких, которые очень любят кусаться на детородных органах. Ядрёна Вош. Ты говорила, что ни с кем ты не была, и что я первый кому ты дала. Ты ровно на мою купаечку легла, при этом не забыв продеться догола. Пока отпишешься, у меня пала мой контакт. Как говорил Семен Давыдов, я сам факт. Меня ты наградила парочкой ушей, свой наглый хавальник ошерив до ушей. Ой, ты моя, ядрёна вошь, за что меня ты так грызёшь? Чтоб хоть немного успокоить эту душу, а я возьму и там опочешу. Ой, ты моя, ядрёна вошь, твоей хозяйке я устрою дебош. Кто подарил мне душу, я ту подругу, а за душу. Теперь с тобой мороз сидит и паршан, поговори на эту тему по душам. Ведь насекомые мои твои броня, да? Блять, попляшешь у меня. Они засели весла с грузом без ног, и ни одной из них я с кавардом не смог. И не достать мне дипломоз или бензин, куда не суться дефицит один. Ой, ты моя, ядрёна вошь, за что меня ты так грызёшь? Да хоть немного успокоить эту душу, а я возьму и там на то чешу. Ой, ты моя,
ледяную ночь. Сегодня мы встаем, мы в пурги и по ночь. Сегодня мы встаем, мы в пурги и по ночь. Сегодня мы встаем, мы в пурги и по ночь. Сегодня мы встаем, мы будем ночь. Вечер еще на рассвете, подожмем хвосты. Охотили спизи на рынок, кинут на костры. Сегодня мы встаем, мы будем ночь. Плевать на все, плевать. Пуля просвистит.
немного задумались о жизни, о смерти, это никогда не помешает. Спокойна вещь, когда помрешь. Точка нашей жизни – это роддом. А конечная точка нашей жизни – это мозг. А в середине треть жизни мы спим, помолившись перед сном. В середине треть жизни мы пашем на заводе за дном. Кто сказал, что мертвецы кто сказал, что они не бывают грусть, это ложь. Кто сказал, что они не мечтают о половой ласке. Ты сам убедишься в этом, когда помрешь. Пока не лег под осиновый крест. Я не мог понять, пока не лег в дом из шести досок. Я не мог понять, пока не получилось перемена мест. А только понял лишь тогда, когда был порван моей жизни кусок. Кто сказал, что мертвецы не ясны? Когда помрешь, когда помрешь. Группа «Сектор Газа» наоборот вам желает здоровья, счастья и удачи на эти дни и лет на сто вперед. Живите долго и упорно. Плевать на все, мы проживем. Мы вам всем желаем кайфа по жизни. Спасибо! Удачи! Все, всех выгоняем тогда, да? Выходит. Их много. Извините, концерт требует. Именно там место. Пара там, где она была. На посту у нас гаишники проходят. Вот уже здесь, прямо за таможней. Мы знаем там Хой, а Калинских мы не знаем. Ну, пришлось диск показывать, где там написано Хой Калинских. Ну, будет фигурировать и то, и то. Группе больше 10 лет, а практически в любом справочнике, посвященном рок-музыке, там, российской, советской, вы не фигурируете. Как вы считаете, чем это связано? Ну, значит, нам судьбой суждено находиться в андеграунде.
Я читал, что у вас был какой-то конфликт с местными воронежскими властями, которые вам не давали играть у себя на родине. Ну, они постоянно запрещают местную администрацию. Сейчас то же самое творится? И вообще, тяжело организовать... Нет, пророк в своем отечестве. Тяжело вообще организовать концерт вашей группы где-нибудь на выезде? Да нет, везде, кстати, проходит нормально. За исключением некоторых городов, где напрягаются, там местные власти боятся, что будем нас и рыгать и плеваться матом. Например, город Муром, город Ульяновск, ну, такие коммунистические города. Еще сегодня не было ни одного, так сказать, нецензурного выражения. Стареем или как? Нам их никогда и не поем. Надо поддерживать корректно. В зал приходят и пожилые люди, и в возрасте с детьми. Так что надо соблюдать субординацию. Вы живете постоянно в Воронеже. Это довольно непросто, если вы участвуете в шоу-бизнесе, варитесь от всей этой каши. У вас нет желания перебраться в Москву, в Питер, куда-нибудь ближе к центру? Есть, конечно, желание. Потом постепенно будем его в жизнь воплощать. Так сейчас очень модно всякие ремиксы делать, всякие прибамбасы, совместные всякие концерты. Вы не собираетесь что-нибудь такого выкинуть в духе а-ля Кобзон, там, а-ля «Вместе с Любэ» или тому подобные вещи? Нет, я хочу просто сделать ремиксы на свои старые песни, типа «Как дань моде», хотя я лично эту кислоту ненавижу. Ну, просто так, чисто для прикола, попробуем сделать, как у нас получится. Если с этим вопрос повзрослее, может быть, немножко поменяется что-то в музыкальном отношении, я имею в виду. А это я сам не знаю, мне постоянно что-то навеивает новое, и я даже сам не знаю, что будет буквально через полгода. Я вот читал, что вы собирались играть рэп, рэпованные вещи, вам нравится рэп. Да, и я собираюсь в новом альбоме нарэповать песен 6. Но только с текстами придется повозиться, чем он и труден. По сравнению, по отношению с попсой. 24 растиши сделал. И небольшой припев, все, песня есть. Там надо целые рассказы писать. Ну, попробуем. Как вы вообще относитесь к городу Харькову? И как вот сегодня, вы считаете, прошел концерт? Ну, мы здесь второй раз. И второй раз здесь принимают от и до. Хорошо. То есть люди, если пришли на концерт, то они отрываются от души. Они, в принципе, пришли сюда отдохнуть. Да, в каком-то из альбомов было все-таки рассказано и в некоторых песнях о вашей личной биографии. Но они как-то так вот проходили более в уклон. Бесшабашный алкоголик и тому подобные вещи. Можно ли серьезно рассказать вкратце биографию свою? Я особо ничем не отличаю от своих сверстников и в основном от всех людей. Я также родился, также учился в школе, также служил в армии. Вот и все. Просто навеяло, вот и стал сочинять. А как познакомилась группа «Сектор Газа» друг с другом? Что? Газа, группа как с друг другом познакомилась? А это уже в ходе процесса гастроли. Когда нас пригласили вообще гастролировать, то я постепенно набрал хороших, грамотных музыкантов. А до этого, то есть состав был плавно менялся? Ну да, это состава-то как такового практически не было. Все происходило в моем лице, я брал музыкантов из других групп, типа взаймы, там на концерте отыграть. Вот. Вот и все. Конкретных не было. Спасибо. Скажите, напрямую с властями не было, ведь в ваших песнях звучит такая откровенная пропаганда наркотиков, конопли и прочих вещей. Всякие комитеты там бешеных матерей не нависали по этому поводу? Нет, потому что они, мне кажется, звучат совсем не так, как у Агаты Кристи. У нас не то, что призыв идет, а чувствуется у них какой-то прикол от театра. Там, если слушать эту песню всерьез, то она как-то не воспринимается. Скажите, как вам удается, вы группа, о которой практически невозможно прочитать в прессе, которая забыла уже, наверное, когда ее последний раз показывали по телевидению, собирать практически аншлаги в городах? Ну, зато, например, последний альбом по рейтингу «Союза» был на втором месте после сборника «Союз 21», по-моему. То есть как коллектив на первом по раскупаемости альбома. По раскупаемости кассет. Наверное, это говорит, просто народ не видит, но он слушает и покупает, ему нравится. А по телевидению просто. У них ассоциируется «Сектор» с грязными вонючими носками, поэтому они стараются отмахиваться. Они его как такого не слышали, хорошая песня, «Туманность» и остальные. А
думают, что мы как пели там про нас 10 лет назад, так до сих пор и поем. Все-таки сказывается возраст? Ну, то есть 10 лет прошло. Ну, конечно, конечно. Это уже сказывается и на текстах. У меня сегодня было такое впечатление, что вы очень устали от всего этого дела, что вы очень так на сцене стояли неподвижно так. Нет, просто я за рулем приехал с Воронеж, сегодня утром проснулся. И сейчас мне опять придется ехать в Воронеж, опять за рулем. Поэтому я и устал немного. Спасибо. А чем сейчас живет группа? Вот что вы сейчас делаете? Если сейчас проект... сидим здесь. Нет, ну вот имеется в виду. В этом году, скажем. Что уже сделано, что планируется? Новый альбом, может, лазерный диск? Ну, планируется новый альбом сейчас сделать. Вот, ремиксовый альбом и вообще новый, о котором только что говорил. Будет с рэпом. Кстати, хочу еще намек есть на такую балладу сделать хорошую. Типа а-ля акцент. Ну, а там не знаю, что нам взглядит. А вот насколько активно вы гастролируете, насколько часто вы записываете студийные какие-то записи? Ну, студийные записи мы пишем раз в год. То есть в году где-то месяц уходит на студию. Но остальные живем так же, как и все. Есть работа, работаем. Нет работы. Шуршим. Ваши личные музыкальные пристрастия каковы? Ну, в данный момент мне очень нравится уже где-то год-два. Такой тяжелый рэп, ближе к альтернативе. Red Hot Chili Peppers? Ну да, есть еще Hit Crash, Urban Dance Squad, Product of Society. Ну, Клау Финджер, он уже как-то уже приел. Ну, это хорошая группа. Кстати, последние альбомы пошли уже какие-то не те. Это отразится, конечно, да, на новом альбоме немного. Конечно, отразится. Будем ждать. Спасибо.